Что, раскулились? Или вы не раскулились? Занесло вас, что ли? Ночная кормежка. Лайм, нагулялась? Я тебя оставил, да, на целый день. Почти. На несколько часов гулять. Торпеда, лети. Тайна. Ты почему лаешь? Скулит он. Тихо, тут щенки. Аккуратно. Тут кобелина, ай. Сейчас буду вас кормить. Тихо. Подайтесь мне, подайте. Я вам закрою. Закрою сейчас вам. Гав-тяв. Гав-тяв. Снег валит, да. К мамке быстрей. Луну, наверное, не видно. Не, вон там чуть видно. Эти карапузы. А, дырка закрыта, да? Дырка закрыта. Дырка закрыта, все. О, пролетел. Так, этот пролетел. А тайна где? А вон. Ой. Сейчас я вас буду кормить. Сейчас, мои хорошие. Сейчас. Танюха пришла. Молока принесла. А, Татьяна Юрьевна. Я приболела чуть-чуть. Чуть-чуть. Ой, нет сил. Ну вас же не бросишь. Да. Хорошие. Хорошие. Улыбка. Не убегай больше, пожалуйста, ладно? Иди гуляй. Все, Танюх. Тихо. Тайна. Это не ваша мамка. Соболь, куда пошел, а? Это что за наглость? Пистоль надо вставлять вам очередной. Расслабляетесь? Без пистоля, как без пряников. Как русский народ, так... Так и собаки русские. Лосятина нарезал вам сейчас мелко. Вот лосятинка. Сейчас поедите. Кольца я вам завтра буду давать. Сегодня уже давал его. Ломись ты в будке. Одноглазый Джо. Ох, вот он, хомяк. Кашу с половника. Вот они, звери. В посуде. Змей мой. Люблю я вас. Всех. Хоть и ругаю. Сейчас все наладим. Все наладим. Да, голос у меня немножко подсел. Ничего страшного. Не бей. Ну что вы там? Ой, ой. А эти хитрожопые кобелины. Ну-ка, что они там делают? Мамку дербанят. Два штуки.
Или девки это. Там он... все титьки лаймер царапали уже, вон. Все в кровь. Вот она вас поэтому и рычит. Все, он кровь не дождется. Нету ни там ничего. Вся надежда только на меня. Только я вам могу дать молока. Больно, да. Такие клыки там у них. Правильно, рычи на них лайма. Все, буду кормить вас. Сейчас наведу кашу, что неудобно.